Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Приехал я в очередной раз попроведывать бобриков, которых мы пытались ловить. Но одного мы, конечно, в этом месте взяли бобра, но мне бы хотелось здесь еще поймать. Но, к сожалению, когда я сюда сегодня приехал, я увидел такую картину, конечно, жестокую. Кто-то здесь просто взял. Сейчас я поближе подойду. Раньше я здесь не мог пройти, потому что здесь все была вода, уровень воды. Вы должны быть видеть, где-то метр, может быть, был, чуть больше. И вот там пошла плотина. Но плотину просто взяли посередине, разорвали браконьеры. Воду всю спустили. С собаками там следов очень много собачьих. Просто всех бобров здесь истребили, можно так сказать. Уничтожили. Вот там везде норки бобровые, прямо выходы есть в норы. Туда, видимо, собак запускали, потому что там везде следы собачьи присутствуют. Ну, вот сейчас я попробую обойти и показать вам, что здесь вообще произошло. Здесь вот был канальчик бобра. Бобрик здесь спокойно вылазил и осинку эту употреблял. Но приехали ребята какие-то, плотину сломали. И все. Бобра всего просто уничтожили. Я уверен, что здесь всех достали, потому что собачьи лапы у каждой норы есть. То есть собаку запускали, я уверен, эти норные собаки, либо яктерьеры, либо, может быть, еще какие-то. Но бобров здесь взяли 100% всех. Потому что свежих следов вообще тут существования бобрика я не вижу. Хотел тут поставить фотоловушку, но не успел. Сейчас вот туда дальше пройду, там вот хатка бобра была. Посмотрю и покажу вам. Обидно, конечно. Ну что сделать, не успел. Здесь вот выход был бобрика. Тоже он вылазил здесь. Вот, тропа его, грыз, осинки. Конечно, бобр сам по себе выдает себя такими вот своим вообще поведением. Смотрите, что он делает. Здесь вот его канальчик. Вот он пошел, 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 вылез. Вверх ушел. Здесь был клондайк, ребята. Клондайк бобровый. Я такого вообще не видел. Первый раз я такое увидел, но больше я такого уже, наверное, не смогу встретить где-то, потому что все это уничтожили. Нужно было просто взять здесь 2-3 штучки и, не пугая бобров, оставить это место до следующего года. В следующем году спокойно сюда приехать и опять его добывать, но нет. Браконьеры жадные. Все съели. Давайте попробуем перейти вот на ту сторону. Вот она, хата была бобра. Хата-то причем была большая. Вот тут следы видно. Может, дня два назад тут кто-то бродил, ходил. На эту хату залазил. Вот она, хатка. Сейчас я попробую на нее тоже залезть. Опа! Уверен, что она крепкая и выдержит меня. Потому что бобры, они сами по себе делают такие конструкции достаточно серьезные и плотные. Опа! Так. Хата. Идем дальше. Опа. Я думаю, что выловили всех. Обычно браконьеры такие места, они просто выдалбливают его отсюда. У меня, конечно, есть места, где бобров мы будем ловить. Но здесь-то реально я хотел просто за ними понаблюдать. Здесь вот следы, смотрите. Жесть. Вот нора бобра была. Вверх она туда уходила. Опа. Вот. Я думаю, должно быть видно. Канальчики, вот бобра, где он перемещался, двигался. Да. Жестоко, конечно, с ними тут кто-то обошелся. Здесь вот тоже была нора бобра. Но видно, что кто-то поджигал тут то ли бумагу, то ли что, потому что есть какие-то фрагменты сжженной бумаги. Видимо, дымом их выгоняли просто. А здесь уже встречали и долбили. Здесь вот лапы собачьи.
Вот нора тоже бобра была. Она и сейчас есть, но бобра там уже нет. Жалко. Место-то шикарное. Но я уверен, что сюда бобрик придет. Может быть, на следующий год. Место-то неплохое, тем более подготовленное. Но его здесь также просто выдолбят и все. Вот так вот бывает, ребята. Все, всем большое спасибо за просмотр. Если видео мое понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Бобра будем ловить уже в другом месте. Вот там вот тоже осину просто повалился, и он этим самым он себя сдал. Хотя я уверен, что бобрик здесь, вот это вот все, что здесь мы сейчас обошли, я вам показал, это было сделано не за один год. Уверен, что здесь бобры жили давно, но просто когда они уже стали наглеть, и вот так вот осину эту валить, с дороги видно все. Их увидели браконьеры, просто приехали и всех тут взяли. Уверен, что здесь жило особи 10, потому что в среднем вообще бобры семьями живут по 10, а то и больше, 12 штук. Вот отдушины у них. Ребят, здесь собака вот рылась. Сюда они вылазили. Офигеть. И все, отправляюсь домой. Делать здесь нечего.